Всем привет! Вы слышите Алексея Халецкого, это значит, что вы на канале Лёша Играет, и это продолжение. ФФА на десятерых в Sid Meier's Civilization 6 за Монголию Чингисхана. Если вы случайно наткнулись на это видео, то лучше переходите к первой серии. Ссылка есть в описании, либо в прикрепленном комментарии. Всегда лучше смотреть с самого начала. Ну а спонсоры канала все серии видят сразу во вкладке «Сообщество». Большое спасибо им за поддержку, а всем вам приятного продолжения просмотра. А вот эти Анамские горы, вот прикиньте, если б там геотермалка в центре не была, а наоборот была бы на камне. У вас был там на плюс 7 было бы. Да. Так, ну теперь в Кумаси, наверное, отправим. Подстав. Так, а мне не убьют тут? Садник-то. Наверное, давайте отходить. То есть я не могу сейчас Самарканд забрать, вы понимаете, да? Я просто чисто качаю всадников на всей этой фигне. Так, и что, он не забрал рабочего? Ну, видимо, тогда пока спрячемся. Так, 4 хода. Подкрадываемся к руинкам. Строим святилище. Меняем здесь на соседство священного места. Союзы скоро у моих друзей. А кто твои друзья? Тут давайте соседство кампусов еще откроем, поставим. Сейчас, подожди, пока не иду туда. У меня тут между своими городами пока караваны. Принял. Еще сюда надо город поставить, реально. Так, давайте в Каракоруме тогда куплю. Пойду посмотрю, где союзы. Посела 180. А ты сделку прими. Ну ты знаешь, мне надо пройти всадника. Исторические хроники, тогда может быть счастье. Да, но сделка все равно. Знаете, наверное, из Кашгара отправлю. А где? Даже... Ну, блядь. Не ругайся. Извините, пардоньте, это слово из трех букв, выражающее крайнее негодование. Это толковый словарь Ожегова или Даля? Угу. Вечно ты путаешь. Там еще Крамской где-то был, но он, по-моему, Ключевскому. Это какие-то тоже Даля ваши, пенсионерские вот эти? Чувак, вообще-то должен знать каждый образованный муж. Могу сказать так, нет. Какой гендерный шовинизм сейчас происходит. Страшные слова вы говорите. Да, мы так. Мы слушайте, а давайте в Ереван реально отправлю. Отсюда. Ну, дорога-то проведется, нужная мне. А с Ереваном засоюзимся. Так, я бы, наверное, Мокшу посадил в Ириай, чтобы действовать... Блин. Ну, я так не играю. Да и не будет темного века. Тихо, бесплатная военная тактика. Это, кстати, круто. Там надо было убивать копейщиком, которого у меня нету. Так, ну и все, я могу апнуть, например, в мечника. Так что подождем, может быть, я лагерь захвачу. Друг мой, у тебя есть что торгануть? Нету. Да, у меня есть, но у тебя тоже самое есть. Нет, у меня нету. Стороны. На шелк поехали. Они у меня одни. Леха голодранец какой-то. Да, у меня вообще тут, конечно, прикол с ресами, просто тупо нету ресов.
Пиви заключить. О, есть, но нету. А ты? Это нету. Вообще тоже нету. Квадранцы какие-то. Ну что, блин, с Греем союз получается, надо делать. Я, наверное, тогда на Вьетнам буду пробовать. Конями даже не, скорее не захватывать его, а просто грабить. Проблема в том, что у Конго сейчас уникальные юниты. Блин, с другой стороны, понимаете, вот Грей будет улетать, и вот союзиться с ним... Хотя как он будет улетать с такой территории? Улетать? Он будет не улетать, он будет своими шедеврами хреначить. Так, два хода. Ну, давайте апнем в лучников, чтобы ускориться. Блин, Лёх, где ж тебе так по лицу-то надавали? Ясно. Ты какую-то фотку мою рассматриваешь? Нет, я твой корабль вижу, полуживой. Да там же, где и тебе, в общем-то. А, я забыл оставить там табличку «Не влезай, убьёт». А, все, я уже получил. А что я нашел? А, человек, отлично. Здорово. Так, тут у нас лучники. О, вот так мы обойдем. Тоже здорово. Так, и тут валим отсюда. Блин, извержение все-таки произошло. Интересно, я успею еще накопить, чтобы купить посела 200? Да, успеваю. Просто думаю, может мне в следующем не монументальность брать, а что-нибудь другое. Я просто бой не вижу. Деда нету, вот и все хорошо. Да, Лех? Ну он рядышком находится, конечно. Да, он в соседней комнате, можем позвать. Нет, это в соседней. А, не, они закончили, кстати. Это, кстати, там что справа от этого вот нового города есть, а то я там даже ничего не разведал. Я чисто строю даже не ради веры, а ради культуры. Потому что хоровая вот эта фигня у меня. Видите, у меня 26 культуры. Очень неплохо. Кто-нибудь север, кроме меня, исследовал? Я не могу пройти. Вот Йохансбург появился, и вокруг него по-любому еще есть руинки. Потому что я там ничего не исследовал. Грей, кстати, а тебе не кажется, что... Возможно, тебя американец скорее будет собирать, а не я. Я не собираюсь ни с кем воевать. Я ему дал защитника веры. Как ты думаешь, да, я буду на него нападать? Так на него не работает. Так он не будет, да, типа... Не работает, я помню. То есть ты хочешь сказать, что у юнитов Америки будет... точнее... Да. У юнитов... Именно так, да. Да. И будет если бомб. Бы ты свою религию распространил, у него так же самое бы работало. Да, на его территории. Я бы работал крестовый, если бы, соответственно. Так. В смысле, как на его территории может работать мой крест? Не понял. Нет, если бы я на тебя напал... Он мог потом разносить свой, твой крестовый. Да, то, соответственно, он бы работал. Это, кстати, надо проверить, потому что мне кажется, что он и на твоей территории должен работать. Ну, конечно, то есть если у меня город захватит, например, тогда он будет работать. Либо если ты идешь к человеку, который принес тебе веру, он тоже будет работать на его города. Галлесская тема. Так, ну давайте... Может ли мне кто-то дать в долг? Давайте, видимо, вот сюда распространим. Монет. Зеленый брат, находится. Кто говорит? Номат, вот ты можешь мне дать 20 монеток, док? Да, могу. Да, сделал. Да. А. Номат. Нет, не могу. Теперь не могу. Подожди. Всадники. Так.
Блин, а Берема не считается за галеру? Она же стреляющая вроде. Нет, это не квадриема. Берема бетоны. Ну я понял. Реагируй. Акведукт, а здесь дамбу, тогда здесь промышленную зону поставлю. Где правительственную, ума не приложу пока. Я бы где-то вот в этих городах делал, получается. Может вот сюда? Вот таким, такую ромашку тут сделать. Да, тут, например, дамба будет, соответственно, сюда промышленную зону можно будет поставить. Ну что, в Алмалыке правительственную, что ли, фигачить? Чуть не посмотрел, у тебя 45 или 50 взял? Блин, нормально, у меня всего два ресурса роскоши. Да, шелк и киты, все. Я еще раз попробую редкий ресурс поискать у себя. Может, я, конечно, долблюсь в глаза, как всегда. Ну, нефрит, поэтому мне кумаси надо брать, понимаете, и тут город ставить. Но это не у меня. То есть на моей территории реально только киты и шелк. Вообще, впервые вижу, конечно... Такие бедные ресы, у меня тупо два ресурса. Причем один из них даже не двойной. У меня всегда так. Прикольно. Вот не знаю, сколько последних игр у меня постоянно была хрень с ресурсами. Это, ребята, ДДК, ДДС. Такой прекрасный. Блин. Посмотрите сделки. Гавань. Тут гавань тут не хочется. А вот. Кстати, давайте бы один ход просто постою тогда. Тут придется, конечно, лес. Кто Мачопик еще строит? Так, надо купить посело последний раз. А что это такое? У меня есть горы. Счастливый человек. У меня очень много гор, и из-за этого у меня нету клеток вообще. Ты хочешь достроить ее? Значит, Мачу-Пикчу что я забрал. Жадный какой Мачу-Пикчу он забрал. Ребят, перерыв. Да. Было неплохо. Сколько? Давайте не сильно только долины. Ну, 10 если минут. Покушать. Короче, в 10 получается. Окей, 10 минут. Как приятно играть, когда все наставились меток. Уже сидишь спокойно, все можно ходить. Да-да. Я вам вторая волна уже скоро должна. Везет, там кому-то есть куда во вторую волну селиться. Я уже всю свою реку просто обсосал, вот с каждой стороны, где можно город поставить, везде стоит. Обсосал он. Обсос. Высосал? Не сосал, а обсосал, попрошу не путать. Ну, обсос? Как-то грубовато. Ну, сам так сказал. Никто за язык не тянул. Я, кстати, вот не помню, обсос это из Ожегова или все-таки из Дали? Слушайте, ну блин, латники это вообще трындец. Хрен его знает. Блин, а может продолжить монументальность? Нафига вот мне вольнодумство с другой стороны? У меня центр камин... Что, давайте продолжим монументаль? Ну, исход евангелистов как бы распространять. Крестовый поход прям распространять. Не, давайте монументальность, мне нравится. Блин, а я ж хотел Кабул союзить, да? Можно с вами так сделать, чтобы у нас были хорошие такие
прогулки по вашей территории? Или все? Ну, предлагай. Почему нет, не вижу. Предложил. Я так понимаю, что ты там за Греем и Жажей, да? Ну я да, я восточный человек, в отличие от тебя. Даже подторгануть нечем. Слушай, ну это неприлично в таком обществе появляться. Блин, а как бы мне туда вот пролезть вообще? То есть, мне надо объявлять войну Кумаси и каким-то образом пытаться вот тут проходить. О. Рабочего это спасибо. Сколько у него зарядов? Один. Мой зеленый друг. Боюсь, это покажется банальным. Тебе нужны деньги? Слушай, ты меня просто видишь так. Так получается, что за это меня будет, да? Да не, ну я ему с процентами... Древнего мира и античности, блин. А мы уже в латниках. Ладно, короче, давайте эту поставлю. Это возвращаю. Так. Ну, видимо, пока катапульт устрою. Мне нужны катапульты, я не знаю, как мне. 17. Без катапульты. Тут я, наверное, катапульту построю, потому что отсюда ближе к Самарканду идти. Атеизмом массовым. Я не знаю, что происходит. Это не я. Это заяц натянул на себя панцирь и побежал, да? И побежал. Да это нереально религия победить. Это же надо еще другой континент обратить. Там вот тут ваша религия, как говорит. Вот, да ладно, хрен бы с ней с религией, понимаешь, он все зависит от того, что он взял. Ему ломится плюшек с вот этого просто неимоверного. Он там взял. Просто денег много падает. Церковную десятину. Десятину. Так, ладно, я сейчас вернусь. Так, пойдем-ка мы поплывем туда на помощь, я все равно апну там в два арбалета. А, давайте, наверное, уже... Нет, не буду на автомат пока ставить. Где ты будешь ставить вон там вот что-нибудь? Ну, тебе не надо? Может тут несколько городов поставить. Блин, жалко, что они вот так ставят. Был бы тут риф, был бы на плюс 4, да? Мне, наверное, вот сюда надо город. Мне, наверное, надо тут встать галерой и смотреть на варваров. С другой стороны, сначала ее надо вылечить. Так, что у нас по ГГшкам? Этот хочет плотоводца. Кабул в веру не получится. Иерусалим. Торговый путь. Наска есть. Окленд. Дипломатический квартал. Ну, давайте в Иерусалим, наверное. Чтобы храм и консульство веру давали. Ну, консульства у меня нету, просто храм. Мне правительственную площадь нужно делать, ребята, чтобы
чтобы за веру юниты покупать. Иначе я никак Кумаси с Самаркандом не захвачу. Ладно, пока все. Это разведчик. Дима, уровень. Ой, я отходил. Да, не обсуждаем. Пока те, кто уже засоюзились, вы не забудьте смотреть в чате. А что, уже есть союзы? Да-да. Вы там что, структурную победу? Слушай, это ж легкая кавалерия у меня вроде, нет? Просто определили заранее. Все разом. Да, легкая кавалерия. Я думаю, мне сейчас минус 5 сделают легкой кавалерии, есть ощущение. Уверен. Что-то вот Михаил, просто уверен. Стой, пожалуйста, микрофон, у тебя очень шумит. Знаю, что он стоит 5000. Тяжелая кавалерия? Как это вообще возможно? А тяжелая? Это на том континенте. Смотри, на том континенте. Ну ладно. Не, подожди, а как это? Подожди, реально, мы... А, еще кто-то. Все на том континенте в тяжелую кавалерию вложились. А что у вас там происходит? Война. Война, походу, да. Ну, странно, что все в один вид вложились. Я у тебя 35 или 45 занимал, не помнишь? Не помню. По-моему, 35. 45. Дед, кстати, я там же метку ставил на город. Ты там будешь падать? Да, нет? Блин, не могу сломать пока, ладно. Тогда сюда перейду. Достаточно очков. Странно. Ладно, давайте сюда. А, тут уровень. От дальнобойных давайте. Что не сказали, что я таймер забыл. Ты что, таймер забыл? Спасибо. Так, мне бы вообще феодализм открыть, чтобы строитель на два действия больше. Тут я в любом случае куплю строителя, что вот тут надо вырубить. Отложу на один ход. А, или я не могу тут район строить. Я не могу район. Тогда библиотечку. Библиотечку. Или вообще водяную мельницу сначала. Кого ждем? Таймер. В каком смысле кого ждем? Все ходят. Должен. Ну, все, мне походу союз все-таки надо с Конго. И отправлять караваны во Вьетнам. И именно на Вьетнам нападать. О, окей, ленд. Размещение просто прекрасное. Ладно, по холмам возьму. Так, акведук, амбар.
давайте амбар, потом библиотеку. Потому что я думаю, что в плане развития, ну, конечно, это зависит от игрока. Я думаю, что Грей будет в культурную победу пытаться. В научной у него очень слабенькие места для научной. Ну, тут уже не я должен буду ему сопротивляться. Получается, захватывать мне только если Вьетнам. Только город тут отсюда могу обстреливать. Ладно. Хотя отмени. Я это принял. Да я уж принял. Слушайте, а у ГГшек стратегические ресурсы как-то на что-то влияют? Или они только союзнику их дают просто и все? Ну, типа, если я разграблю лошадей у Самарканда, он не сможет лошадей строить? Сомневаюсь. Я вот тоже сомневаюсь. У ГГшек же в лейте появляются там пехотинцы и так далее, хотя нефть не всегда берут. Надо уже с этим лагерем разбираться. Кто союзник Кумаси, тоже Вьетнам. Давайте селитру откроем, потом пойдем в дамбу. Предложение Грей. Так, и мне, наверное, надо дружбу с Вьетнамом пока заключать. А то еще ближайшие два... сколько тут? Сколько там, 30 или 20 ходов не буду на Вьетнам нападать? Я вот не понимаю. А вот посылать к нему караваны... У меня соседние клетки не получают. Что-что? Ну, у меня способность культуру клетки получают либо от леса, либо от чуда природы. И вот клетки рядом с чудом природы не получают. А престиж там какой? Там престиж. Возле чуда всегда престиж хороший. Блин, конечно, я сорю, да, клетки ужажи тут. Просто необработанные клетки, например. 3 еды, 4 культур. А, там заповедник, правда. Ладно, заповедник. Тогда ты прощаешь, да? Да, ну то есть ты хоть что-то сделал для того, чтобы... Ну или вот, ниже... Ну, тут, правда, лесопилки. Ладно, не так все. Не так все гладко. Не подкопаться, да? Не, ну все-таки хоть что-то поделал, чтобы это... Я все джунгли вырубаю вообще все, да. Номад предложение. Так, это у нас к Алмалыку. Ну, да, придется. Не знаю, может мне Магнуса уже пересадить, например, в тот же Алмалык. Тут много чего можно будет вы... Хотя тут... Ну, вот эту можно будет вырубить, да? Не так уж и много тут клеток под вырубание. Давайте, наверное, еще одну катапульту сделаю. Хотя, с другой стороны, следующим ходом... Ладно, пока одну. Следующим ходом буду
правительственную строить. Надо, наверное, этого латника будет сейчас отправить с этим. А, мне тут не хватает жителей. Черт. Так, тут мы отложили в Алмалыке. Что-то я всадниками вообще не походил сейчас около Самарканда никакими, блин. Надо сначала тут заниматься. Разграбим центр коммерции. О, корпус, блин. Не могу выкупить никак. Но он через ход заберет его. Что это такое? Заповедники делают мягкий захват клеток или жесткий? Нейтральный. Только нейтральные, да. Жесткие только уникальные районы ЦИФ и под этим инженером там специальным. Окей. Нома-то, вот нафига вот тебе Кабул? Чё ты его союзишь? И с кем не воюешь? Просто жадная жопка, которая не дает другим города, да? Я туда ни одного посла не посылал, на самом деле. То есть там 5 послов, и ты ни одного не посылал, да? Я точно посылал одного, остальное все задание. Звучит неправдоподобно. Ну, верить не заставляю. Спасибо. Гипоспанство. Я обожаю разведывать территорию с варварскими планами. Из-за леса и из-за гор прилетел в лицо топор. Окидал его Егор. Чингачгук, наверное, вот. Наверное, вот, да. Так это ты автор этих стихов? Нет, у меня хорошая память. Так, а что он тут у меня стоит? А помнишь, у меня тут где-то скаут еще был? Ух ты, Шенгети. Вот откуда Грей веру-то берет, черт. Шенгети дает веру за караваны. Вот давайте глянем, тут к моим городам, например, бегает от него. Там явно... Ну, пока мало. По одной вере. 4, 5, 6, 7, 8 городов. У меня 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, но эти никак поставить не могу. Блин, и Кумаси тоже не могу. Ну, то есть я могу, например, попробовать засоюзить Кумаси и просто пройти, но видите, не получится. Блин, надо каким-то юнитом просто вот защитить на один раз. Ой, какая прелесть. Чья очевидно. Кто и что вам нужен?
наверное, сюда встану. Вроде Самарканд следующим ходом берем. Вроде бы. Так, божественное право. Нет, давайте наемники. Господи, как он задолбал. Вот вы бы знали просто. Ладно, ну, придется этого... Мой этот... Арбалетчика апнуть. Да-да-да. Мы все помним. Ты только тоже мне тоже надо. Сюда хочу поставить город. Фига себе, нет, какая будет... прелесть. А кто дорогу гигантов заказывал? С какой-то другой стороны прибыл. Так, новые строители получают действия. И начинаем их, видимо, покупать тогда. Где у нас Лян? В Кашгаре. Даже построю. Нифига себе. Ну, ребят, можете мне поздравить папашка на 67-й ход. А чё поздравить? У меня даже нету еще. Я даже не строю. Я думал, я чемпион. Нет. У меня есть, оказывается... но в поле как бы, оно ничего не дает. А, не, наврал, я поставил этим титул ходом я... строиться. Вот я этим ходом только начал строить. Титулы, я смотрю, вам не сильно нужны, да? Папашка. Да, вообще, это дурость с этими, с губернаторами. Надо челлендж какой-то. Давайте без губеров. Ну, на этом, на стандартной версии игры. Ай, блин, да что за мисклик-то, ё-моё. Правильно, плыви отсюда. Ну, пока не должен меня убить арбалета, поэтому пока пообстреливаю. Так, поплыли теперь. Этими... Не буду высаживать, видите, тут гипоспист, например. Так, ну чё, Самарканд должен падать. Блин, я случайно нажал разрушить Самарканд, конченый, блин. Мы тебе так все и поверили. Да нет, ну нафига мне его разрушать? Алексей. Потому что у тебя жажда крови. Черт. Так и назови эту серию. Мисс Клик. Блин. Да потому что тут таймер этот долбанный, быстрее. Да ладно, я вон, у меня две каравеллы куда-то не туда поплыли. Фак, вот это я, конечно, лажанул. Чёрт. Ладно, можно и монумент здесь построить. Трибушет требует селитры, не требует же капнуть. Наемников откроем. Место появилось под города. Не-не-не, у меня там есть посел идет. Жадный какой, да? Да, не говори. Я сижу, у меня 8 городов, все больше. Блин, город с районами, с, там все обработано вокруг. С этим, блин, как я его разрушил, не понимаю. Тупочкой А, наверное, или как там? Нет, мне выпало сохранить или разрушить, и я просто нажал на разрушить. Я распорядилась иначе, да? Угу. Блин. С коммерческим районом город. Просто трындец. Да.
Так, маяк, это мы можем покупать за веру. Блин, я же хотел Магнуса пересадить. Давайте, наверное, все-таки какой-нибудь хами. Так. Теперь здесь вырубаем. Дальше продолжаем строителя, покупаем строителя, а караван покупаем из... Давайте из Хора, собственно, и купим. Все равно во Вьетнам будем отправлять. Так, пока защищаем. Наемники надо сменить мне на ап. Блин, новые строители. Ну, пока без новых строителей, значит. Это вообще адекватно. 4 промышленных ГГшки. Только в тундре. Я, короче, чемпион. У меня из-за того, что была анархия, 3 юнита вору удалились. А у кого анархия была? У кого анархия? У меня была 3 хода. Так, тут я постою, подожду прибытия посела, чтобы сразу шелк обработать. Не успеваю. А за что меня эти два рынка засчитало? Видимо, все-таки за захват Самарканда засчитало. Там был второй рынок. Потому что у меня только один пока центр коммерции, вот. Блин. Вот у нас ромашка с селитрой. Не очень. Кстати, я все-таки сюда буду центр эту ставить. Так. Катапульту в трибушет апаем. Этих ребят пока ни во что не апаем. Ага, сделка. Гуана появилась наконец-то. А, золота не хватает, зашибись. Вокруг, расставляю вокруг генерала, чтобы меньше, ну, чтобы они быстрее двигались. Так, подождите, у кого-то тут уровни... Около Ставангера. Павел, я так понял, варвар, так? Ребятки, пожалуйста, можно походить. Меточки, меточки. Позязя. Прими стёпку, плиз. Я понимаю, что у тебя сейчас лаг. Так, Пингалу Каракорум. Не, а зачем нам? Ты чё? Я там проплыть хочу у тебя. Я и так все твои города вижу. Ну и пофигу. Видит он. На этом пока все. Спонсоры канала «Продолжение» могут посмотреть прямо сейчас во вкладке «Сообщество». Для всех остальных оно появится завтра. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях, а также посмотреть другие мои видео.